Всем здравствуйте! У нас расклад для весов. Третья декада июля. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает представителей вашего знака зодиака. Третья декада июля. Знак зодиака Весы. Давайте по всем сферам жизни посмотрим. Еще у нас будет карта... Что-то торопится карта вам сказать. Еще у нас будет карта исполнения желания. Поэтому пока я готовлю ваш расклад, подумайте о вашем желании. И мы посмотрим, сбудется оно или нет в эти 10 дней. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Весы, 3 декада июля. Так, с чем вы войдете в эту декаду или что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Что у вас с отношениями, у кого они есть? Для тех, кто в поиске отношений, ваши перспективы. Работа, бизнес у кого есть? Для тех, кто в поиске работы. Финансы. И с чем вы выходите из этой декады, или что у вас будет происходить в конце июля, в начале августа? Давайте посмотрим, исполнится ли желание у весов 3 декада июля. Так, эту карту мы откроем в конце расклада. Хорошо, сюрприз или неожиданность для весов 3 декады июля. Сюрприз или неожиданность. Ух ты, красота-то какая. Да, ну у вас тут денежки, денежки. Тут, скорее всего, решение вопросов с недвижимостью у кого-то из весов. Ну или хорошая работа. Хорошо, входите вы. Здесь у вас король жезлов. Ну, для женщин, может быть, карту показывает вашего возлюбленного супруга. Может быть, для кого-то это отец, для кого-то сын. Но тут человек показывает на земной шар. Здесь, может быть, мужчина планирует переезд, поездку, может быть, отпуск, да, куда полететь, куда поехать. Ну, планируете вы только с... Конечно, у нас еще не все границы открыты. Что еще у нас здесь? Если меня смотрят мужчины-весы, карта говорит, что вам пора брать свою жизнь под свой контроль и начинать уже действовать, решать те вопросы, о которых вы давно думали. Но опять здесь вот что-то связано то ли с интернетом, то ли кто-то, может быть, из весов собирался куда-то переезжать. Кто-то, может быть, собирался поехать куда-то на заработки, может быть, в другой город или в другую страну. А может быть, это человек, который будет вам полезен или поможет вам реализовать какую-то вашу мечту. Но здесь еще может быть соперник у кого-то, у мужчин, например, или у женщин новый любовный интерес. Потому что для тех, кто в браке, здесь лег дьявол. Конечно, здесь карта может показывать о страсти, о желании обладать. Но еще здесь желание подчинить, желание манипулировать, обман. Может быть, кто-то здесь в браке или в отношениях злоупотребляет чем-то. Ну, например, алкоголь, может быть, и наркотики, может быть, игромания. Еще карта может говорить о больших деньгах. Но давайте мы уточним все-таки, потому что, может быть, это для мужчин это соперник. Так, хорошо. С чем связан дьявол у весов, у тех, кто в отношениях или в браке? Вот смотрите, здесь король и королева жезлов. Ой, что-то у вас много людей. Но это ваша карта. Так, какое вы здесь решение-то принимаете?
Да, здесь, скорее всего, переезд. Причем очень долго все тянулось, никак не решалось. Здесь вас могут показывать просто одной масти, потому что у вас страстное желание, наконец-то, когда власти уберут вот эти препоны. Здесь может быть переезд в другой город, но, скорее всего, в другую страну. Здесь может быть поездка в отпуск, как вариант тоже может быть. Вот эта вот карта говорит о том, что нужно было защищаться. Кто-то, может быть, действовал тайно, но, скорее всего, это вот именно вот эта изоляция, которая мешала вам воплотить ваши планы. И здесь вот король мечей, хотя это ваша масть, но как бы вот я бы сказала, что в отношениях или в браке вас показывают парой. Здесь вот явно кто-то собирается уезжать куда-то в другую страну, может быть, даже иммиграция. Может быть, вас сдерживал вопрос продажи недвижимости. Карта говорит, на этой неделе, на эти 10 дней у вас, скорее всего, переезд состоится. Вот отправитесь ли вы в поездку, куда вы спланировали, за границу или нет. Тут как бы, знаете, мы можем вот эту карту уточнить. Но, во всяком случае, если вас сдерживала недвижимость, да, вы этот вопрос можете решить. Но тут еще может быть другой, ладно, это я уточню. Поэтому вот что-то тут у вас сдвинется. Но это приведет к вашим активным действиям. Может быть, еще какой-то человек вам поможет. Тут или человек вам поможет, какой-то узкий специалист, или это реально власти, которые откроют границы. Так, хорошо, для тех, кто в поиске, здесь десятка жезлов. Ну, здесь я у вас поиска не вижу. Конечно, она может говорить, что вы уже устали искать, но еще здесь карта говорит, вам сейчас не до поиска, вам сейчас не до любви. Тут человек тащит вот этот ворох жезлов, насажал на себя всех собак, ответственность, может быть, за семью, может быть, много работы, бизнес. Ну, карта показывает какой-то очень тяжелый период одиночества, когда человек вот именно в одиночестве тащит вот эту вот кипу жезлов. Так. Как бы я не вижу вашу готовность к новым отношениям-то. Давайте одну карту. Нет, тут нет желания даже. Здесь вы полностью поглощены или карьерой, или бизнесом, или деньгами, да, деньги зарабатываете. Нет, здесь у вас нет новых отношений, а вы к ним не готовы. У вас пока другие интересы. Ну, финансы-то вы свои заработаете, конечно. Хорошо, работа, бизнес. Здесь у нас иерофант. То знаете, как карта говорит? Или кто-то сейчас на работе чему-то учится, может быть, для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, или вам поставили условия, или вы сами понимаете, что нужно получать образование. Кто-то сейчас задумался о том, чтобы пойти учиться, ну, может быть, на заочном, там, дневной, вечерний, да, повышать свое образование. Еще может карта говорить, что вас приняли на работу, и вы сейчас в периоде обучения, испытательный срок, может быть, кому-то под руку встали, а может быть, кого-то здесь отправили на курсы повышения квалификации. Но еще здесь может быть работа связана, что вы уже человек знающий, обладающий какими-то навыками, знанием в какой-то узкой сфере, и вы уже являетесь для кого-то именно наставником. То есть здесь, может быть, карта показывает работу преподавателем, или вы даете консультации, может быть, даже по интернету. Еще здесь может быть что-то связано с IT-технологиями. Там, где нужно перерабатывать большой объем информации. То есть как бы ее адаптировать для людей. Но еще здесь может карта показывать, что работа у вас где-то, вы занимаете какой-то пост, да, вот, например, какая-то контора, ну, или контора, или какое-то предприятие, где есть своя иерархия. То есть туда просто так поступить очень сложно. Ну, как бы здесь с работой, здесь все в порядке. Наверное, то, что я озвучила.
А вот для тех, кто в поиске работает, во-первых, здесь карта может говорить о переезде, то есть о поездке с целью заработка. Здесь может быть другой город, а может быть и другая страна. То есть это бизнес, не бизнес, а рабочая виза, да, иммиграция на работу. Здесь еще могут быть поступить какие-то предложения вам. И здесь карта говорит, да, могут и предложения быть связаны с риском. Но в то же время от вас будет требоваться принять какое-то очень быстрое решение. Но, опять же, может быть, нахождение работы связано с переездами. Это может быть логистическая компания, дальнобой, командировки, может быть, доставка. Ну, то есть, вот где нужно очень много передвигаться. Хорошо, финансы. Здесь у нас ложится королева пентаклей. Ну, здесь, может быть, карта показывает риэлтора, который решит вопрос у вас с недвижимостью. То есть, оттуда пойдут деньги. Или эта карта может показывать покупателя вашей недвижимости или какого-то крупного заказчика. Но здесь еще, чтобы получить вот эти свои деньги, вам нужно проявить прозорливость и, знаете как, подобрать ключик кому-то, да? Может быть, для того, чтобы вот вы что-то здесь продали, десятка пентаклей, здесь вам нужно проявить проницательность. То есть, знаете как, если вы понимаете, что появился богатый покупатель, чтобы он не ускользнул, здесь нужно, может быть, бросить цену, то есть проявить гибкость. Тогда ваши рыбы от вас не уплывут. Ну и еще здесь карта может показывать, что женщина занимает хороший пост. То есть, как бы, может быть, сейчас в ваших, например, если вы в браке, женщина является главным добытчиком. Ну, или, если меня смотрят женщины, может быть, карта говорит, что вы работаете в банковской сфере, в сфере недвижимости, инвестиции, и у вас очень стабильное положение. Да, еще здесь могут быть какие-то покупки в дом. Но скорее я бы сказала, что это какая-то богатая женщина, которая принесет вам финансовый успех вот эти 10 дней. Ну, здесь вот у нас карта выпадает, что здесь перемена места жительства, здесь покупка-продажа, переезд, смена статуса. То есть, может быть, вы были зависимы, становитесь независимы. Или вы, например, кто-то здесь, может быть, из весов разъезжаются, например, жили с родителями, разъехались, каждый обрел свой уголок. Еще здесь, может быть, вот наследство. Ну, или, может быть, какой-то крупный семейный бизнес. Но, во всяком случае, к концу этих 10 дней карта говорит, что у вас, в вашей семье, в вашем доме будет стабильное финансовое положение, благополучие. То есть вы уверены в своем настоящем, но и уверены в своем будущем. Ну, еще, конечно, крупные суммы денег. Вот опять ключ. Ну, то есть тут, я говорю, у кого-то или решаются вопросы с покупкой и продажей недвижимости, скорее всего, с покупкой, с продажей, потому что здесь карта переезда. И вопрос этот решался очень долго. Хорошо. Давайте посмотрим, исполнится ли ваше желание в третью декаду июля. Ух ты, башня. Ну, если карта связана с переездом, с продажей недвижимости, со сменой места жительства, сменой работы, то да, ваше желание исполнится. Но опять же, у нас башня, она хоть как бы все ее считают негативной, но она говорит о внезапных переменах. Поэтому, скорее всего, ваше желание исполнится. Хорошо. Совет для весов. 3 декады июля. Совет для весов. Так, совет для весов 3 декады июля. О! Ну, я вам ее переверну, нет. Здесь тут точно что-то такое решается. Это карта Пентакль.
Я вам прочту значение всей этой карты в прямом и в перевернутом положении, а вы уже смотрите по своей ситуации. Здесь карта говорит в прямом положении. Сейчас у вас есть возможность заявить о том, что вы действительно хотите, чтобы в дальнейшем иметь возможность воплотить это в жизнь. Увеличьте силу своего намерения путем работы на физическом плане, чтобы привнести истинную магию в свою жизнь. Ну, это, знаете, у нас вообще карта как туз пентаклей. Но почему я ее достала в перевернутом? Давайте посмотрим. Перевернутое значение. Воспримите это как ответ «нет», о чем бы вы ни спрашивали. Если вы сомневаетесь относительно какого-либо вопроса или решения, перевернутый пентакль подтверждает правильность ваших ощущений. В этой ситуации наиболее мудрым решением будет не торопиться и подождать. Хорошо. Еще у нас совет от оракула. Ангелы, боги и богини для весов. Третья декада июля. Ну, здесь я не вижу у вас. Как бы, может быть... С недвижимостью-то вы решите, может быть, пока вот переезжать, наверное, может быть, пока не получится, из-за того, что границы закрыты. Придется, наверное, чуть-чуть подождать. Хорошо, совет для весов, 3 декада июля. Ангел релаксации. Перестаньте добиваться желаемых результатов, и вы получите то, что хотите. Это, знаете, как для того, чтобы что-то сбылось, нужно это желание отпустить. Вот чтобы энергия начала работать, надо про нее забыть. И тогда вопрос решится. Не держите то, что вы очень сильно хотите. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Удачи вам, берегите себя. До свидания.